бабушка, вот дедушка подвинет. Мы думали, что это только начало. Мы верили, что никогда не остановимся. Но если ты победил, значит, ты уже на финише. Если ты победил больше нескольких гнаций, если перед глазами нет дороги, то и незачем садиться за руль. Если ты уже на самом верху, то единственный путь, который тебе остался, это вниз. Вот только это не наш путь. Мы думали, что это только начало. Мы считали, что готовы ко всему. Но только в пути можно понять, из чего ты на самом деле сделан. Только в пути можно проверить, как далеко ты способен зайти. И какой ценой нам удается сделать невозможное. Даже когда весь мир не верил в нас. Мы не сошли с пути. Мы не сдались. И мир изменился. Потому что мы этого захотели. Ничего не значит. Пусть хотя бы сидит. Все мы попытаем файло. Пути побеждает не тот, кто приходит первым, а тот, кто не останавливается ни перед чем. И всегда готов начать заново. Потому что победа — это не кубки и медали. Победа — это настоящее приключение, которое ждет тебя впереди. Умывай. Ты хочешь танцы, это конечно. И мы были правы. Экипаж под номером 100, Сирил Депре, прославленный автогонщик, команда Peugeot Sport. Действующий выигрыш в раллии, шелковый путь, Сирил Депре, Давид Бескара, в прошлом году оказались сильнейшими на дистанции французской индивидуальной марафоны. В этот раз они вновь будут сражаться за самые высокие награды. Далее здесь, на красной площади, мы видим автомобиль команды X-Rate Mini. Пилот Брайс Менсинес, стартовый номер 105. Соединенные Штаты Америки, красная площадь, громче приветствуем спортсменов. Что стали рядом, экипаж под номером 106, команда X-Rate, пилот Стефан Петрансе, штурман Жан-Поль Катре. Франция, друзья! Аплодисменты! Приветствую наших участников! Прославленные гонщики, суперспортсмены здесь, в Чебоксарах! Знаменитый момент! Легендарные спортсмены, спортсмены, которых мы видели исключительно на телеэкранах сегодня здесь! Номер 104! Экипаж команды Peugeot Sport Себастьян Леву! Славные автогонщики! Друзья, я верю, что у вас впервые было позаняющие раллийные машины. Машины готовы! Итак, друзья, вы кто бросает вызов всем предателям и приветствиям? Внедорожью! Команда стартовым номером 107 только что быстро пролетела по Красной площади. Это команда Geely Auto Cooper. Пилот Ханьвэй Китай и команда под номером 111. Это Aspect Motorsport и пилот наш россиянин Виктор Хорошавцев. Приветствуем, Красная площадь! Пусть за гонку! Пусть за гонку!
и бампер, но они услышат нас. Отличных успехов на гонке. Пусть они слышат нас, где бы они ни находились, друзья. И на самом деле, какой русский не любит быстрые езды. Мы болеем за наших, а в этом ралли есть представители нашей страны. Нашей великой страны, друзья. Ну что же, совсем скоро мы увидим здесь всех именитых гонщиков, которые будут бороться за звание победителя ралли «Шелковый путь 2017». Еще раз, дорогие чебоксары, большое спасибо, что вы сегодня с нами. Здесь и сейчас празднуем это историческое событие. Наконец-то в нашем городе мы приветствуем ралли «Шелковый путь 2017». Итак, мы начинаем открытие, погнали! Шелковый путь 2017, Чебоксары, 8 июля, громче, дайте шумок! Одно из самых важнейших событий в Алтарском Чебоксарном Флоте, друзья!
Прямо сейчас на Красной площади оказывается следующий экипаж. Участник ралли «Шелковый путь», экипаж под номером 114. Команда «Опель Дакар» Тим и это пилот Балашалай Белгия Громчин! Еще! Экипаж под номером 119. Да, друзья, всего Ауди взрывался. Автомобильный собеседник. Команда АВ Мотоспорт. Приветствую наших участников. Шурми лайками, друзья. Эти люди привыкли проводить больше своего времени за рулем в кресле автомобиля водителя, конечно же. Вот сейчас они рядом с нами. И мы предоставляем слово нашим героям. Балашалай, Венгрия. Давайте поприветствуем Чебоксары громче. Welcome to Russia. Welcome to Chibaksari. Do you know any some words on Russian language? Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Чебоксары! Итак, внимание. Мы хотим вам задать вопрос прямо сейчас. На этом мои познания в английском заканчиваются. Но у нас есть переводчик, поэтому мы с удовольствием спросим. Какие планы на гонку «Шелковый путь»? Okay, what are your plan on the rally Silkway? We like to win, of course. Они хотят выиграть, конечно же. Давайте пожелаем удачи нашему венгерскому гостю, участнику ралли. Добро пожаловать! Мы ждем вас здесь еще раз, конечно же. Мы рады приветствовать абсолютно всех. Чебоксары, приветствуем спортсменов, приветствуем гонщиков! Всего несколько экипажей, всего несколько команд уже показали вам, разумеется, в своем автомобиле. Поприветствовали вас впереди наше знакомство со всеми гонщиками. И сейчас капитан экипажа под номером 119 выходит к нам, чтобы приветствовать ваш город Чебоксары! Друзья, здесь будет попроще. Здесь наши друзья из Латвии. Это Алдис Вилсонс, я так понимаю, на русском разговариваем. Все хорошо? Научимся. Давайте поприветствуем чебоксарскую публику. И мы в ответ вас поприветствуем. Громче, Чебоксары! Команда АВ Моторспорт, какие планы на гонку «Шелковый путь»? Как проходит первый гоночный день у вас? Ну, довольно-таки дождливо. Вы знаете, у нас все лето такое в этом году, поэтому это неудивительно. Я думаю, что будут еще сюрпризы на протяжении всей гонки. Что самое сложное уже было на гоночной трассе той дистанции, которую вы уже успели преодолеть? Приехать в Россию. Самое сложное было приехать в Россию. Дальше будет еще сложнее. Дальше Казахстан, дальше Китай. Мы желаем вам, конечно же, удачи. Мы желаем вам, конечно же, успехов. И еще раз приветствуем Чебоксары, столица Чувашии. Приветствуем гонщиков, удачи вам. Спасибо. Друзья, на самом деле привлекает внимание все, что здесь происходит. Это одна из самых значимых событий в автомотоспорте, друзья. Именно сегодня здесь мы приветствуем участников ралли «Шелковый путь 2017». Конечно же, сегодня на протяжении нескольких часов Красная площадь превращается в отрезок трассы «Шелковый путь». И это здорово. Немного городов нашей страны могут похвастаться тем, что трасса проходит через город. И, конечно же, мы ярко приветствуем их. И вот новые экипажи. Мы видим новые экипажи. Гратулируем 115. Прямо сейчас, друзья, здесь внимание, настоящая раллийная машина. И люди, которые справляются с любыми задачами. Экипаж под номером 115. Команда Кузьмин Страйк. Автомобиль Кузьмин. Штурман Франсуа Барсон. Красивая машина. Вы посмотрите, с каким ревом пронесся экипаж здесь по Красной площади. И мы подходим, у нас уже следующий экипаж. Мы рады их приветствовать. Поэтому прямо сейчас, руки вверх, Чебоксары, приветствуем гонщиков! Наши руки, друзья! Мы приехали на этот экипаж, старец чемпиона.
номер 111, Аспект Моторспорт. И наш россиянин Виктор Хорошавцев. Приветствуем Чебоксары. Штурман экипаж Антон Николаев. Команда действительно заряжена и уже пронеслась через Красную площадь, отправляется дальше. Пожелаем, конечно же, спортивных успехов. Будем ждать новых спортсменов. На подходе у нас следующий экипаж. Экипаж, который также будем приветствовать. Руки выше, чем... И это экипаж под номером 116. Пилот из Китая, Чжоу Юн, команда BPM Racing Team. Пронеслись через классную площадь. И, конечно, мы ждем новых спортсменов, новых героев. Ну а прямо сейчас все внимание на нашу сцену. Мы приветствуем рок-группу «Прогульщики». А Чебоксары, перед этим... Это команда MG Rally Sport, швейцарец Реми Вотье. Это пилот, тоже приветствуем! И прямо сейчас, друзья, мы сможем даже пообщаться с нашим пилотом. Кстати, он является пилотом экипажа стартового номера 126, Александр Семенов! Александр, пару вопросов буквально. Ну давайте, во-первых, поприветствуем чебоксарскую публику. Но для начала мы поприветствуем Александра. Руки выше, Чебоксары! Александр, ну, пару впечатлений о тех немногих часах, которые вы уже провели в ралли «Шелковый путь». Ну, у вас вообще очень прям такие трассы скоростные, грязные, заносные. Стараюсь ехать, и очень понравилось. Как вам город Чебоксары? Вы немножко уже успели посмотреть город. Как вам город? Город очень отличный. Отлично! Успехов, я удачи и побед, смотреть. Конечно же! Александр Семенов! Громче, Чебоксары! Команда BNCC Sport! Только что, друзья, перед вами стартовый номер 126! Ну а штурманом у Александра Семенова является Рамиль Завалентинов, друзья! Продолжаем приветствовать наших гонщиков, наших спортсменов! Отлично! Чебоксары! Ну что, Чебоксары, прямо сейчас приветствуем еще один гоночный экипаж. Еще один! Руки выше! Выше, 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 выше! Это экипаж под номером 133. Команда Land Cruiser Toyota Autobody! Акира Миура, Япония! Welcome to Чебоксары! Приветствовать! Come on! One second! One second! Итак, друзья, сейчас будем очень приветствовать громко-громко наших друзей из Японии! Громче-громче, руки! Russia, welcome to Чебоксары. How are you? Yeah, fine. Yeah, enjoy the first day. Что вы думаете о Чебоксарах? What do you think about this city, Чебоксары? Yes, I'm happy because many people welcome to us.
Наш пилот говорит, что он очень счастлив, потому что видит здесь много людей. И давайте поприветствуем наших гостей. Окей, good luck to you. Thank you so much. Спасибо большое. Еще раз, руки выше, Чебоксары. Приветствуем наших горщиков и, конечно же, желаем им отличного пути, хорошего настроения на протяжении всей гонки. Ну и смотрите, селфи вместе с вами, это круто! Замечательный, классный пилот, общительный, очень улыбчивый парень. Это японец Акира Миура и команда Land Cruiser Toyota Auto Body. 133-й экипаж отправляется, конь вперед, Чебоксары, руки выше! Сегодня здесь приходят две самых значимых событий в автомобильном, конечно же, спорте, друзья. И это ралли «Шелковый путь», это Чебоксары, это 8 июля 2017 года, и это ваши голоса, которые прямо сейчас сливаются в унисон с музыкой, и руки, которые поднимаются высоко в воздух, выше! Пока мы в ожидании новых пилотов, пока мы в ожидании новых команд, конечно, с удовольствием представим. Сергей, ну вы спортсмен. Буквально на пару слов сюда к нам. Я вам передам микрофон. Вас не будет видно, но будет слышно. Мы рады приветствовать вас, Чебоксары. Поприветствуйте чебоксарскую публику. Всем привет. Не-не-не, Чебоксары, слушайте, ну вы не видите пилота, понятно, им еще ехать долгий путь, но тем не менее, не видим, но приветствуем-то очень громко. Сергей, давайте еще разочек, и гостеприимство наше чебоксарское мы вам проявим. Привет, Чебоксары! И еще одна просьба, огромная просьба, покажите, пожалуйста, на что способна ваша машина. Дайте больше шума, покажите мощь мотора! Итак, Чебоксары, готовьтесь! Команда Петрона Симперо и Беко! Пилот, голландец, Жерар Террой! Звезда автоспорта в Чебоксарах, друзья! Все, кто знаком с этим гонщиком, считают великим событием, что присутствует здесь сегодня и видит воочию этот экипаж. Экипаж под номером 302. Легендарный пилот из Голландии, Жерар Террой. Громче приветствуем, гоним спортсмена! Как только вы громко встретили наших участников, дождя стало все меньше и меньше. Поэтому, друзья, продолжаем приветствовать. Громко аплодируем, встречаем овациями. Сегодня «Шелковый путь» 2017 в нашем родном городе! Пошуми! Друзья! Практически закончился дождь. Я знаю, Игорь, я знаю, кто до конца разгонит тучи. Знаешь кто? Те, кто своими звуками классных гитар, ударных установок дня. Для нас самые-самые крутые! Встречайте, Чебоксары, еще один экипаж! Нет! 300! Экипаж прямо сейчас есть! Великий гонщик! Гонщик, которого мы рады приветствовать в столице Чебоксарской Республики, в городе Чебоксары, Айрат Мартеев! Айрат, выходите к нам! Не просто это сделать, друзья, потому что перед вами настоящая спортивная машина! Огромное количество усовершенствований, модернизаций! Но несмотря на все трудности и преграды, он с нами, друзья! Чебоксары, руки выше! Айрат Мартеев, действующий победитель ралли «Шелковый путь». Друзья, прямо сейчас, внимание, несколько вопросов. Расскажите, в чем секрет ваших побед, Айрат?
Айрат, у меня один вопрос, точнее, у всех жителей нашего города. Айрат, кто победит? Кто победит в этой гонке? КамАЗ! Сильнее, он скромный, он чемпион, но он скромный. Чебоксары, еще разочек. Приветствуем, Айрат Мардеев! КамАЗ! Попросить вас прямо сейчас уехать отсюда очень эффектно, чтобы порадовать чебоксарских любителей автоспорта. Ну а мы, в свою очередь, будем приветствовать знаменитый, легендарный экипаж КамАЗ-мастер поднятием наших рук и, конечно же, громкими аплодисментами! Громче, чебоксары! Экипаж команды 151 перед вами, друзья! Прямо сейчас здесь, в Чебоксарах, экипаж номер 151, команда Extreme Plus. Чебоксары! Thank you. Thank you so much. Do you know any Russian words? No, sorry. I teach you. Он знает слово на русском языке и готов вас поприветствовать. Итак, внимание, Чебоксары! Спасибо! Good luck to you! Итак, друзья, ну что, движемся дальше. Движемся дальше и гоним наших спортсменов вперед! Вперед! Победите, друзья! Каждый из них достоин высшей награды! Следующий экипаж. Экипаж под номером 144! Extreme Plus! Мао Шуйцзинь, Китай! И сейчас, друзья, готовится очередной участник. Команда по номеру 136. Пилот Кирилл Черненко. Казахстан, друзья. Поддержим наших спортсменов. Друзья, мы не можем не пообщаться с казанскими, с казахстанскими, точнее, спортсменами. Команда Актау Моторспорт. Итак, мы приветствуем наших спортсменов. Приветствуем здесь Чебоксара. Мы отвлекаем их от гонки, но мы понимаем о том, что сегодня здесь реально очень крутое событие. Знаковое событие. Чебоксары, громче! Какие планы на гонку, на эту гонку этого года? Планы у нас дойти до финиша, набраться опыта, получить огромное удовольствие от участия. Новые знакомства, новые впечатления. Давайте вот сюда повернемся, смотрите, нас снимают, нас видно. Чебоксары, поприветствуйте спортсменов! Традиционный вопрос. Скажите нам, ответьте всему городу. Ну, кто победит? Не знаю, гонка покажет, не можем мы загадывать. Вы знаете, спортсмены все скромные. Единственная просьба под занавес интервью. Уедьте эффектно, так, чтобы мы вам еще громче поаплодировали, поприветствовали. Итак, Чебоксары, готовьтесь, потому что прямо сейчас будет рев моторов, будет жарко, будет громко. Вся сила и мощь настоящих раненых автомобилей. И взрываемся, Красная площадь! 301 экипаж, Мартин Ван Ден Брик, Голландия! Громче, громче, громче! Друзья, именно так должен выглядеть настоящий новинный автомобиль. Несколько сотен модернизаций, огромное количество бессонных часов целой команды. И вот она, настоящая новинная машина, здесь, в машине Ваши! Итак, Чебоксары, приветствую! Друзья, мы попросим вас развернуться, нас снимает камера. Если давайте лицом камеры мы ставим. И пару вопросов к вам, дорогие наши участники. Итак, внимание, друзья. Some question for you.
what do you think about Rally Silkway? Yeah, it was today the track was wet. It was not slippery. We have a good race. We lost a little time with a waypoint, and but we overtake the Kamaz, and that was nice to do with the helicopter as well. Окей, наш пилот говорит о том, что трасса очень хорошая, они потеряли несколько секунд на определенном отрезке, их обогнал КамАЗ, но тем не менее они не унывают, и давайте поприветствуем, пожелаем удачи. Good luck to you! Мы вам можем показать всю мощь. Please go hard! Как небо сказывает. Сделайте, пожалуйста, шум мотора. Покажите всю мощь этого ралиного. Это Мартин Ван Ден Брик, команда Мамут Ралли Спорт. Чебоксары, внимание, надеемся, сейчас будет мощно. Дайте, дайте, дайте шума. Как будто, друзья, настоящий самолет взлетает с нашей полосы. Ну, это, друзья, настоящий экипаж. Welcome to Russia, welcome to Чебоксары! Итак, друзья, это знаменитая команда из Голландии и Испании. Номер 306. Команда Петронас, Симри, Рой и Венка. Пилот Том Ван Ген Утен. Штурман Феррон Марко Алкайна. Друзья, мы прямо сейчас, у нас эксклюзивная возможность пообщаться с пилотами. Увидите, встречаем! Welcome to Cheboksary. What do you think about our city? It's very nice, all the people, it's nice. And I'm happy to be here. Основная масса пришла. Отлично, друзья, отличные люди, отличный город, прекрасная погода. И, конечно же, он рад сегодня присутствовать в Чебоксарах. Ну а мы рады приветствовать экипаж! Good luck to you, good luck to you! Ну и прямо сейчас услышим рев моторов. Еще один экипаж, еще один грузовик, участник ралли «Шелковый путь», проносится через Красную площадь, отправляется в путь, отправляется следующий этап. Сейчас, друзья, на нашей Красной площади, я искренне надеюсь, президента на победу, потому что это наша страна. 139, Россия! Сергей Шалыгин, штурман Артем. Пару вопросов к нашим участникам. Скажите, пожалуйста, как вам все, что вы уже прошли? Как вам испытания? Как вам трасса? Буквально пару слов нашим жителям нашего города. Все на высшем уровне. Все очень нравится. Спасибо. Хорошие трассы, хороший город. Прекрасная погода. И мой каверзный вопрос. Скажите, пожалуйста, автомобили, покажите рев мотора. Сергей Шалыгин. Супер. Ну и мы прямо сейчас встречаем здесь экипаж под номером 130. И это представители команды Bike Motor Racing Team Китай Лу Бин Лун. Пилот встречает гонщиков. Он не за рулем, он на нашей сцене, прямо перед вами, друзья. Привет, Чебоксары! Привет! Welcome, welcome to Чебоксары. What do you think about our city? What do you think about our weather? Ясно, я понимаю китайский, он говорит, чебоксарцы лучшие вообще, а погода самая замечательная, по-другому никак. Мы желаем удачи, удачи! Итак, друзья, пока мы вновь
Убеждается в том, что на линии машины самые крутые 132-я команда. Это представитель команды Bound S Young Team Хэджи Тао. Китай снова. Китайцы прям подряд оказались здесь. Ну и гостеприимный, очень жизнерадостный пилот Лупин Лун уже здесь. 130-й экипаж. Давайте послушаем, как они стартанут. Гоу, 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 гоу. Тихо, медленно. Надо было сказать Мише по-другому. Инчувайне! Может быть, они все-таки показали всему. Фанчума! Супер, друзья! На подходе у нас следующие грузовики, следующие экипажи, следующие раллийные машины. Совсем скоро появятся они уже здесь, на Красной площади. КамАЗ Мастер! Россия! Приветствуем! Штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков. Легендарная команда. Давайте поприветствуем мы здесь, в Чебоксарах, на этапе нашего ралли «Шелковый путь 2017». Привет! Друзья, после такого громкого приветствия наши гонщики спускаются к нам, чтобы ответить на самые важные вопросы. Итак, вопрос. Итак, внимание, мы хотим поинтересоваться у вас, как проходят эти этапы, эти дни и даже часы гонки. Ну, на самом деле, нам очень приятно присутствовать здесь, в Чебоксарах. Это впервые такое за всю историю. Лично я не помню ни одного случая, когда бы мы заезжали через вот этот прекрасный город. Видно, как нас приветствуют. Спасибо всем большое, очень приятно. Состоялся первый спецучасток. Он на самом деле непростой. Очень много грязи, чернозема, но тем не менее мы показали хорошие результаты. И еще вся гонка впереди. Всем большое спасибо. Вам большое спасибо, вам удачи, победы желаем, конечно же. И просим прямо сейчас продемонстрировать всю мощь вашего грузовика. Всю мощь и порадовать чебоксарскую публику, порадовать болельщиков автоспорта, любителей этого вида спорта, продемонстрировать способности легендарной синей армады и команды КамАЗ Мастер. Чебоксары, внимаем! Мощно! Мощно! Итак, друзья, пока мы ждем очередную команду. Чебоксары! Это экипаж под номером 310. Команда Astana Motorsport Team Deroy Veco. Пилот Артур Аттавичус, Литва. Итак, друзья, мы вновь поприветствовали наших гонщиков так, что им хочется выйти на Красную площадь. Хочется поприветствовать вас лично. Выше, выше, выше руки! Приветствовать, рады приветствовать. Итак, внимание, несколько вопросов. Вы же понимаете на русском, вы же из Литвы. Итак, внимание, нам будет удобно с вами общаться. Самый первый вопрос. У вас экипаж интернациональный. Бельгиец, голландец, Литва. Как справляетесь? Как находите общий язык? Во-первых, не Литва, а Казахстан. Да. Опечаточка такая небольшая. Так, хорошо. Ну, Казахстан тоже дружественная нам страна. Вот сюда вот давайте повернемся. Все равно, тем не менее, экипаж интернациональный. Как находите взаимопонимание? Общаемся на английском языке. Еще есть такой технический язык. Он очень доступен для нас. Все в кабине профессионалы друг друга прекрасно понимают. Давайте мы поприветствуем вас на доступном языке нашей чебоксарской публики. Это громкие аплодисменты, поднятие рук. Приветствуем команду и отправляем путь. Удачи вам, good luck, guys. Хорошей гонки. Многие уже заметили, что с каждой минутой спортивных машин становится все больше и больше. Настоящие произведения автомобильного искусства. Все они представлены на ралли «Шелковый путь 2017». Продолжаем встречать номер 305! Друзья, это команда «Кристоф Орекс».
Дима Прайс Татра! Илон Алиш Ла Прайс! Штурман Халид Аллентенте! Аплодисменты, друзья! Приветствуем, приветствуем, Чебоксары! Вот они, гонщики! Отправляются в путь дальше! Отличного пути! Удачи, КамАЗ-мастер! Удачи, экипаж Антона Степалова! Из Японии Тирухита Сугавара. Приветствуем, Чебоксары. И заметьте, как мощно пронесся грузовик КамАЗ-мастер. И как тише намного пронесся японский гонщик. Давайте еще раз погоним наших участников. Выше руки, красная площадь. Друзья, это только часть участников. Женский экипаж, участники ралли «Шелковый путь». Мария Парина, Таисия Штарева! Вы посмотрите, как, так и хочется сказать, какие грязные девушки. Это речь идет, конечно же, про экипаж. Девчонки, вам удачи! Ах, вы все-таки дадите нам пару слов, поприветствуйте публику. Здравствуйте, уважаемые жители города Чебоксар. Безумно рады вас здесь всех видеть. Так приятно после такого сложного спецучастка. К сожалению, не можем сказать больше, потому что очень мало времени. Мы в режиме жесткого тайминга очень опаздываем. Спасибо большое, что пришли нас поддержать. Всегда остается девушки. Потрясающий маникюр у вас. Аида, удачи вам! Победы! Женский экипаж, Чебоксары, но это ли не круто? Это ли не круто? Движемся дальше! Белоруссия! Едем к нам! Бурные аплодисменты, друзья! Команда МАЗ-спорт авто! Пилот Александр Василевский! Дмитрий Викренко, штурман! Настоящий вихрь только что, друзья, пронесся! Это команда под номером 309! Еще больше машин, еще больше пилотов, еще больше слов. Уже совсем скоро здесь, на Красной площади. Это ралли «Шелковый путь» 2017. Конечно же, выше руки. Бурно будет смета тем, кто желает заполучить один из самых важных автомобильных кубков в самом престижном состязании. Мы говорим про «Шелковый путь» 2017. И встречаем чешских спортсменов. Грузовик команды Татра Багира Рейсинг, пилот Мартин Коломы, Чехия. Выше руки, Чебоксары, больше шума! Вот так вот мощно, одна из самых легендарных команд, которые представлены не только на ралли «Шелковый путь», но и на автогонках всего мира. Ну а прямо сейчас... Команда под номером 143, Россия! Юлия Бегунова и Игорь Петенко были прямо сейчас! Ты заметил, как останавливаются, чуть-чуть притормаживают спортсмены из других стран, но только россияне торопятся, спешат, потому что в нас живет дух победы, дух победителей. И этот дух мы прямо сейчас продемонстрируем. Русский! Белоруссии команда МАЗ-спорт авто и пилот Алексей Вишневский пронесся через Красную площадь.
И все тут и покоя, друзья! Стойте, все прям спешат, торопятся наши пилоты. Все для того, чтобы оказаться быстрее на финише, преодолеть участок пути и двигаться дальше. Напоминаем, что ралли «Шелковый путь» в специализированном канале «Авто-24». Ну а у нас следующий экипаж, следующая машина. Руки выше, Чебоксары! Номер Т3, друзья! На борту этого экипажа проносится к долгожданному пит-стопу, кстати, сегодня техническое обслуживание всех машин. Под номером 317, команда «Хорис-Порт Рейзинг», Венгрия, пилот «Пикошко» Степан Федор Чигнели. Смотрите, смотрите, что происходит! Откуда? Друзья, 315-й экипаж, это команда Ривальдо Карцим, также и тоже голландский экипаж Герт Хуси. Фэксон, но, кстати, шума, Красная площадь. Успехов, побед! Спасибо большое, спасибо! Ну прямо сейчас! Экипаж номер 320! Газ, рейд, спорт!